Всем привет! В эфире Телегид, ваш личный гид по медийному пространству нашего канала. На пороге апрель, а это значит, пора заряжаться лучами солнца и хорошим настроением. В этом помогу вам я, Анна Троян и телеканал ЛРТ. Друзья, а вот и премьера. Мини-сериал о подвиге советских героев. «Привет от Катюши» – это небольшой эпизод из истории Великой Отечественной войны. Красная армия отступает. Командование ставит перед личным составом сложную, но важную задачу – любой ценой сохранить уникальные вооруженные установки. Именно эти минометы после назовут «Катюшами». И теперь отряду специального назначения предстоит пробраться в тыл врага и сделать все возможное, чтобы разработка советских конструкторов не попала к врагу. Удастся ли им это, смотрим в четверг и в пятницу, а потом по будням. Есть та самая установка. Она. Пора действовать. Надо торопиться. Наверняка на станцию повезут. Больше некуда. Любовь под грифом «Секретно». Под таким названием целых 3 дня вас ждет отечественная криминальная история. Полковник-спецназовец должен доставить из колонии свидетельницу преступления. Васильевой нужно дать показания против крупного бизнесмена, у которого она работала финансовым директором. Факт ее возвращения для преступника весьма нежелателен. Поэтому он решает убрать женщину. А наш полковник, в свою очередь, получает приказ доставить Васильеву в Петербург живой и невредимой. Как закрутится эта история, узнаем с понедельника по среду в 21:45. У меня есть план. Значит, Сережа, сегодня пятница. И можно считать, что я уже на рыбалке. Ты понял меня? У тебя всего 3 дня, чтобы разобраться. В понедельник я должен буду арестовать Марию. А завершим трудовые будни на сделке. Создатели киноленты поступили самокритично, сняв по-настоящему смешную пародию на Голливуд. То есть на самих себя. Чарли Бернс – продюсер одного хита. Прошло уже много лет с момента его успеха. С тех пор он вынужден перебиваться второсортными фильмами. Однако однажды он находит весьма интересный путь к успеху. И вот финансирование проекта уже в руках у нашего героя. Все идет прекрасно, пока главного актера не похищают прямо со съемочной площадки. Что теперь будет, узнаем в пятницу в 21:45. Можем ли мы, скромные слуги короны, интересоваться его происхождением? После беспрерывной работы я добился для Англии всех прав Египта на Суэцкий канал. Возможно, неделя была трудная, и времени посмотреть новости городского округа Люберцы у вас просто не нашлось. В выходные наш телеканал предлагает программу «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут самые интересные репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10:00 и 19:30. Уверенные, красивые и целеустремленные. Вот такие они, наши молодые люберецкие мамы. И после долгой 2-недельной подготовки они готовы к долгожданному выходу. Также в эту субботу нам предстоит познакомиться поближе с талантливым люберецким педагогом. Программу «Земляки» смотрим в эфире нашего телеканала. Добрый педагог-экспериментатор. Татьяна Смирнова не только учитель с большой буквы, но и достаточно разносторонняя личность. Наша съемочная группа побывала в гостях у ее семьи. А теперь и вам предстоит узнать, какие люди дают знания нашим детям. Подробности в субботу в 13:00. Мама не домосед этот. Нет, она любитель куда-то съездить, где-то побыть, что-то посмотреть. В Крыму ходили. И в Крыму, и в Болгарии ездили. В Крыму вон там на горы залезет. А уже вечером ЛРТ продолжит дарить вам хорошее настроение. Настраиваемся на позитив и смотрим все хиты Юмор ФМ.
этот раз нашим зрителям предстоит увидеть на сцене искрометный юмор и самые яркие музыкальные хиты. За музыкальную составляющую вечера отвечают артисты, песни которых звучат в эфире радиостанции. Не пропустите в субботу в 17:30. Ай, завтра в обед? Окей, давай тогда завтра сконнектимся. Угу. Все, пока-пока. Там Никита, что было сейчас такое? У меня чуть голова не взорвалась. Ты что, Послушай, что ты температуришь? Это хозяйка квартиры звонила, блин. Ну, она думает, что я москвич. Ну а после энергичного концерта нам придется подготовиться. Ведь вас ждет экзамен для двоих. Поля вершит судьбы многих подростков. Она работает в приемной комиссии престижного университета. Но как устроить собственную жизнь? Ведь с появлением идеального мужчины появляется куча сложностей. А тут еще и объявляется нерадивый сын, которого героиня считала потерянным. Что спасать в первую очередь, карьеру или личную жизнь? Смотрим в субботу в 20:30. Ты все преодолеешь. Ты думаешь? Это кажется невозможным, но ты справишься. Нет, это никак не связано. Все хорошо, все хорошо. Я понимаю. Нет, вряд ли. Вот черт, мне пора. Ты держись. На этом все, друзья. Полный обзор программы и фильмов нашего телеканала ищите на сайте www.lrt.tv. Там много интересного. А еще подписывайтесь на ЛРТ в соцсетях и будьте в курсе самых актуальных событий округа. Скоро увидимся. Пока-пока.